Группа депутатов Щелковского городского совета побывала в летних детских лагерях дневного пребывания в Щелкове. Решение проверить детские учреждения было принято на депутатской комиссии после трагедии в Карелии. Конечно, в Щелкове нет такого экстрима, да и дети находятся вне дома не полный день. Проверили условия содержания и безопасность в лагере на базе Щелковской художественной школы, лицея номер 14 имени Гагарина и столовую 6-й школы, где готовят еду для детей. Увиденным остались довольны, дети тоже говорили, что им нравится. Многие после первой смены остались на вторую. Я считаю, что жители Щелкова вполне могут доверять сегодня организации вот этих лагерей. Вот. Детки сыты, детки заняты. Родители могут смело отдавать их сюда, в наши лагеря. Понимание, что они здесь будут накормлены, заняты хорошим делом. Поэтому все в целом идет в пользу наших детей.